Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» — это большая ледовая арена, зал фехтования, бассейн, тренажерные и танцевальные залы. Он пользуется большой популярностью у жителей городского округа. Но для того, чтобы привлечь к спорту как можно больше людей, ФОК «Новатор» решили провести акцию. Мы планируем в августе устроить такую акцию под названием «Жаркий лед», для того, чтобы выделить бесплатные часы абсолютно для любых жителей нашего городского округа, чтобы они могли в эти выделенные часы приходить и абсолютно бесплатно заниматься здесь на коньках. Теперь каждые выходные до конца августа с 17 до 19 часов каждый желающий может бесплатно покататься на коньках на лучшей ледовой арене Московской области. Мы делаем эту акцию для того, чтобы, во-первых, популяризировать наш ФОК «Новатор», потому что, несмотря на его востребованность, несмотря на то, что его очень долго ждали, но не все знают и не понимают, как можно воспользоваться этим нашим новым физкультурно-оздоровительным комплексом. Поэтому мы в августе для жителей будем предоставлять эту возможность бесплатно. Время бесплатного катания – 1 час. Не забудьте взять с собой коньки. ФОК «Новатор» – это крупнейший спортивный кластер в Московской области. На сегодняшний день далеко не каждый город Подмосковья может похвастаться подобным спортивным объектом. Напомним, историческое название «Новатор» было присуждено физкультурно-оздоровительному центру по инициативе химчан в рамках движения общественной поддержки «Химки интересно жить».